16 июня 1894 года в деревне Андроники Ярославской губернии родился советский военачальник, маршал Советского Союза, герой Советского Союза Федор Иванович Толбухин. 57-я армия под командованием Федора Толбухина надежно держала оборону на южных подступах к Сталинграду, а также успешно наносила удары противнику во время советского контрнаступления. Начиная с марта 1943 года и до самого окончания войны, Федор Иванович командовал фронтами. Принимал участие в освобождении Донбасса, Южной Украины, Крыма, Югославии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Австрии. Скончался от сахарного диабета 17 октября 1949 года в Москве.